Приветствую всех на канале Квант. У нас робокиллер. Робокиллер не просто на линкоре, а еще и на Пруссии. С его слов, это самый плохой линкор в игре. Сложно сказать, справедливо это утверждение или нет, но это мнение робокиллера. Я немножко приболел, сижу соплями, блядь, вас озвучиваю этот прекрасный реплей, ну и прошу простить. Ребята прислали 8 реплеев, я их решил все озвучить, что терять время. Какой смысл, если есть такая возможность, ну сидишь и сидишь, а реплеи, болеешь, а реплеи озвучить надо. Поэтому я решил это сделать и пошел. Озвучил 7, а вот один оказался не с этой оперы, не с этого обновления. Не открылся. Ну ничего страшного. Ребята играют активно, реплеев присылают много. Конкистадорчик. Ну-ка. Ой-ой-ой-ой, на 1500 одно пробитие сквозное. Из 8 орудий, участвующих в залпе. Ну а она сейчас будет жечь. Другого ничего не предусматривается. Нас будет сейчас херачить фугасами. Кстати, уже хорошо похерачили. И пожаром, и фугасами. Должен или одну схватит, нет, уйдет. Так, а здесь у нас еще по командам, по игрокам-то.
Хорошие команды, хорошие игроки, как я вижу. Кланы, по крайней мере. Я, ребят, буду молчать, потому что оно мне больно говорить, горло болит. Здесь, как вы видите, ну, кто немножко разбирается в игре, понятен расклад. Все мимо, что ли? По ворте сторону, ничего себе. Одни подсосники. Но зато хороший бой. 154 тысячи урона, в принципе, неплохо. Мое оценочное мнение, друзья. Так, на этом все. Заканчиваем секунду. Ну, первое место.
красавчик. Правда, две лодочки, но очень хороший бой. Спасибо, что присылаете. Больше хороших реплеев, вот чем-то похожих на эти бои. 7 штук, которые я сделал. Присылайте, друзья. Всем добра. До новых встреч. До свидания.